Всем привет! Я понимаю, это будет очень сложно, но не обращайте внимания на мой макияж. Дело в том, что я снимала сегодняшнее видео, проверку бьюти-лайфхаков. Кстати, спойлер, оно получилось мега-трэшовое. И, короче, когда я снимала это видео, оно вышло настолько долбанутым, что я забыла снять начало. Поэтому мне приходится снимать начало в совершенно другом образе, после того, как я сделала видосик в Инстаграм с макияжем, ну, который вы видите прямо сейчас. Короче говоря, желаю вам приятного просмотра, но сразу говорю, поберегите свои нервы, потому что данное видео, которое вы видите дальше, оно будет трэшовее всех трэшовых видео, которое вы уже когда-либо видели на моем канале. Нет, там не будет этого макияжа, этот макияж у меня в инсте. Подписывайтесь на мой инстаграм. Все было им завалено, весь директ был завален им. Поэтому, раз уж вы так сильно хотели проверку этого бьюти лайфхака, который реально очень странный, давайте с нее и начнем. Нужно будет повторить очень странный контуринг при помощи подводки, и это само по себе уже очень странно, но что если я скажу вам, что мы должны нарисовать вот эти вот непонятные стрелочки туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Если вы не понимаете, что это, то мы тоже не понимаем, что это. Это что-то странное, вот что я вам хочу сказать. Но это еще не все, теперь нам предстоит сделать то же самое со светлым контурингом, а также с румяшечками. Угу. Теперь венец с творением просто, это стрелочки при помощи карандаша помады. И знаете, теперь будет моя самая любимая часть. А знаете, какая моя самая любимая часть? Это видео. Конечный результат! Да в чем смысл лайфхака, если там не показывается конечный результат? Все, на этом видео заканчивается. Вот, может быть, есть, конечно, длинная версия, но все используют короткую версию во всех пабликах, где я видела это видео, в ТикТоке, где я видела это видео, просто везде, где я видела это видео, оно только в короткой версии. Вот на этом заканчивается видео. Все. Осталось только приблизить мое лицо крупным планом, чтобы вы могли его полностью видеть. И все. Класс! Ля-л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 я. Да, растушевка просто от души душевной в самую душу. Ну и что это такое? Я просто трую по себе подводку. What the fuck is this? I don't know. Round 2. Бестолковый лайфхак. Давайте дальше посмотрим. Надеюсь, там будут менее бестолковые лайфхаки. Кстати, ребят, я хотела вам сказать огромное спасибо за доверие к моему магазину на marketplace beru.ru. Там я делала подборку средств, которые я рассказывала вам в моем видео, проверку корейской косметики. Вы же помните. И я хотела вам сказать еще раз реально огромное спасибо за то, что вы посмотрели этот сайт, посмотрели товары, которые в магазине я вам представила. Для меня это очень важно. Собственно, в чем дело? Совсем скоро уже Новый год, поэтому я еще раз оставляю вам ссылочку в описании, чтобы вы могли наверняка ее себе сохранить. Даже если сейчас вы не хотите чего-то покупать, обязательно эту ссылку себе сохраните, где-нибудь запомните, потому что, перейдя по этой ссылке, вы сможете найти огромное количество реально классных товаров, сможете найти себе идеи для подарка на Новый год и, конечно же, получить огромную скидку. На маркетплейсе вы найдете только проверенную косметику, которую проверяла я лично, и только от знаменитых брендов. И, кстати, важный момент, не забывайте про мой промокод LISA5, ведь при помощи этого промокода вы сможете найти еще больше скидок. Если вы думали, что только что был какой-то трэш, я вам скажу, что это не только трэш. Следующий лайфхак будет выглядеть вот так. Знаете, что это такое? Кстати, если вы не знаете, то лучше бы вам знать, потому что это такая зубная нить в таком виде. Очень удобная, между прочим, и очень полезная и важная. Но ладно, сегодня мы не про образовательный и не про полезный контент. Сегодня у нас проверка бьюти-лайфхаков. Так вот, сейчас мы берем зубную нить, ковыряемся в зубах, потом ковыряемся в зубах этой стороной, а потом тем, что у нас было в зубах, рисуем стрелку. Нет, на самом деле все не настолько плохо, такую хрень я бы точно не стала проверять. Но знаете ли, вот с лайфхаком номер один я уверена, что очень скоро это обязательно завирусится. Ну только представьте, у тебя же такая целый день, какой-нибудь чернила каракатицы, например, ризотто, пасту, то есть это еще получается лайфхак для очень богатых. А потом такая сидишь, ковыряешься в своих зубах, в этих чернилах каракатицы, и потом рисуешь стрелку, типа, а что добро пропадать? Не удивлюсь, если кто-нибудь снимет лайфхак по моей задумке, я не знаю, что я с тобой сделаю, я отправлю тебе 5000 рублей на карту. Хорошо, возможно, лайк для этой темы не подошел. Сейчас я пойду и возьму что-нибудь более черное. Возможно, чернила каракатицы. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Угу. Я тебе покажу, козел.
как ты посмел меня осквернить перед моими подписчиками, гад, противный. Господи, такое чувство, что сейчас глаз себе порежу. Драматичную музыку тут. Паром, паром. Да, надо же, получилась полосочка. Ну ок, это лучшее, что я могу нарисовать. Давайте, интерес ради, теперь все это добро закрасим и проверим, насколько хороша получилась стрелка. Ну, я не могу сказать, что это самая плохая стрелка в моей жизни, но я явно не могу сказать, что это лучшая стрелка в моей жизни. Формально работает, но нафиг он нужен, я не знаю, потому что жизнь он не облегчает. Он знаете, что облегчает? Он кошелек облегчает. Нам нужны такие лайфхаки. А это вопрос в зрительный зал. Это выглядит адекватно. И этот лайфхак подойдет тем, у кого свои брови типа изначально слишком темные, но вы не хотите их обесцвечивать, но вы хотите, чтобы они выглядели светлее. После того, как мы нарисовали форму нужную нам бровей, мы берем пудру рассыпчатую и обильным слоем наносим прямо себе на брови. И получается эффект, так сказать, бейкингов. Что ж, я покрыла одну бровь очень сильным слоем пудры, вторую бровь я не трогала, и я думаю, что вы сами можете оценить разницу. Эта бровь действительно кажется более темной, эта же, в отличие от нее, действительно выглядит куда более светлой. Кстати, очень интересно, если сейчас расчесать бровь, она останется такой же сероватой или все-таки сойдет пигмент? А, нет, не сошел. По-моему, он остался таким же, какой был. То есть эта бровь все равно выглядит темнее, эта бровь выглядит светлее. Поэтому этому лайфхаку я ставлю лойс. Берем ту же для ресниц, коричневую. Наносим себе на ручку вот так вот. Нет, так не наносим. Попытка номер два. Вот так вот. Опа. Вот так, да. Прямо вот так вот наносим. Наносим. Твою мать! Окей. С 33 попытки, стирать в половину туши, у меня получилось сделать какие-то точки. Даже перенести их на палец. Факт показываю случайно. Опа, 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 опа. Ну, а это лайфхак из категории первого лайфхака, то есть настолько часто я увидела, что избежать его просто было бы как-то вне закона. Беззаконие — это не наша тема, мы молодцы. Короче, берем клей для ресниц и увеличиваем себе губы, девочки-мальчики. Мажем сюда. Пусть губа сушится, чтобы она выросла большая, а не маленькая. Давай. Сделай мне очень красивую губу, пожалуйста, клей для ресниц. Так, ладно. У меня есть ровно такой же клей. Возможно, просто вот этот слабоватый. Дайте я попробую другой клей. Да, этот какой-то реально слабоватый. Все, я думаю, точно проблема в клее. Сейчас я возьму такой же, какой у них, и должно получиться. Ждите меня. Не, уходите, пожалуйста. Где? Блядь! Клей, клей, должен приклеить мою губы. Ну, знаете, мое лицо сейчас похоже на инстаграмную маску, которая вот из себя делает такое существо. И говорить иначе, кроме как вот так вот, я вообще уже не могу, потому что рот не закрывается. Рот! Не закрывается рот! Я кошечка гламур. Мур-мур-мур-мур. Я не знаю, зачем это я сказала. Таким губам только идеальный контуринг губ подходит. Не смотрите на то, что здесь такие сопли. Это не сопли, это клей. Но даже если были бы сопли, то с такими губами сопли не страшны. Кстати, если вы сейчас болеете, то выздоравливаете. Реально говорить иначе невозможно. Если вы склеили ресниц мощный, то попробуйте повторить. А я пока повторю авиалайфхак с вот этой вот прекрасной вещью. Класс, обожаю. Просто уроки стоматологии на моем канале. Здравствуйте. Как тебе мои новые губы?
Я сюда ничего не вижу. Что за хрень? Это что? Моя новая губа. А, это лайфхак с клеем на клей губы. Ты откуда это знаешь? Я вижу клей. Это сопли. Зашибись. Тебе нравятся такие губы, да? Обожаю сопли. А, тебе сопли нравятся? Ну, раз сопли, то ладно. А теперь я их крашу. Этой хренью для чистки зубов. Боже мой. Вот это реально круто. Выглядит максимально стрёмно, что пипец, но по факту это очень круто. Нахрен непонятно, зачем он вообще созданный, но реально рабочий. Сейчас закроем губы. И вот что у нас с вами получается, девчонки и мальчишки. Посылаю вам пламенный привет из лучших клубов Дубая. Что ж, ставьте лайки, ну или дизлайк тоже можете поставить, потому что в этом видео я пойму. Но на самом деле лучше не ставить. Не ставьте, пожалуйста, за то, что я так извращаюсь над своим лицом. Мне тоже себя иногда бывает жаль. Я не знаю, к чему все это. Всем спасибо за просмотр. Несмотря на мой тупой тон, я вас очень сильно люблю. А сейчас я буду пробовать снять это. А-а-а, жесть. Вот это было зря. Вот это было зря. Фу. О боже. О боже, мне кажется, моя губа реально стала больше после всего этого. Что за жесть? О боже. О боже. О боже. О боже.